Далер, какой ваш любимый клуб? Мой любимый клуб – лондонский Арсенал. Иди! Далер, был когда-то тоже таким же маленьким, как вы. Как ты тренировался, и что его отличало – это упорство, характер. Он очень был неуступчивым. Мячики берем, а? Филерки, вам говорят что-то, блин? Я каждый день пью. Команда у вас какая-то? Да. Где вы участвуете? В каких соревнованиях? В академии. Ну, в Таллине будем участвовать. Вот. Мы Таллине будем участвовать. А еще мы с этим вот другом поедем в Болгарию. Там лагерь. Какой лагерь? Футбольный, какой еще-то. Артем, ты бы какой вопрос задал? Как Далер праздновал чемпионство. Все. Тимур, ты бы что задал? Ну, сколько Даре? Да. Ну, я еще думаю. Любимого игрока у меня сейчас нету, но мне раньше нравился Хави и Диета. У вас тоже тренировался? Почему? А вы получили медаль? Не, медаль еще не получил, надеюсь, что получил. Мы играем в Лионеля Месси. Они старше чемпионы. Как вы попали в Зенит? Одна тренировка. Стоит каждодневный тяжелый труд, работа на тренировках каждый день. Чтобы чего-то добиться, нужно работать. Согласны? Да. Каждый раз. Какое у вас любимое упражнение? А мы еще раз, да, снимаем?